Надо было просто на товарняк вот выбить и все. А вдруг мне в Екатеринбурге куда-нибудь в пятницу? Ну, в Дашане еще будет 22 сколько там, 22-30. А, то есть это еще... А, то есть она в это, во сколько там, в 50 минут только туда идет, а еще в Белграду 12. Ну вон народ тоже пешком пошел, вот я смотрю. Судя потому, что вот эта, которая 22-29 идет в шале, она там прибывает 22-45, 23-42. То есть это где-то час... Час 10, час 13. Не претендую на... тизер. Чувствую. Тизер, дразнилка. Ну да. Тизер, дразнилка. Вот тизерная реклама же вот эта есть. Да. Ты чувствуешь. Ну, это вот стриптиз, да, там дразнить раздеванием. Стрип раздевание, тиз дразнить. А-а-а. Это публично происходит. Как-то я это... Публичное раздевание... Ну, что-то не то, что плохо. Но не мое. Да, то есть имеется в виду, что... Ну, да. Как будто группа уха. Да. То есть, ну она ж не лично для меня это, потому что я классный, а потому что ей бабки платят, мужики за это. Ну, да классно, и хорошая фигурка. Это Станислав. А мне как-то больше как раз фигурки. Именно из-за фигурки это не интересно, потому что они какие-то стандартные там все обычно. Ну, это... Как по одному формату подбирают. Ты понимаешь, потом их снимают. Ну и тогда ты сам снимаешь. Вот, да, кстати, очень важно.